во второй половине вы переломили ход игры. Как это удалось сделать? Да на самом деле просто сыграли свою игру. Ну, первую игру выиграли стабильно, меня не было, но ребята видел потом видео, ребята стабильно сыграли в комбинационные. То, что мы любим, в принципе. Сейчас первый, ну, вначале немножко не получалось, как-то суетились. В конце просто сыграли свою игру и выиграли спокойно. Какие прогнозы на турнир? Да не, выходите играть, вот какие прогнозы. Ладно, успех. Да, спасибо.